днях решил разгрестись в чулане на хате, выкинуть в пизду весь хлам, и тут вот те натя. В кармане старой черной кожаной куртки нахожу коробок, полный убийственной чуйки. Я этот куртец в последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне острым грудь, а я ему гниди снес нахуй коленку. После этих приветствий начался мрачный замес. Но не будем о мясе, главное все заебись, и я здесь. Куртец пробит как в кино, чуть повыше сердца, и до сих пор подкладка пятнами в черной крови. Но заебись, что в кармане на дне, как в прошлое дверца, затихарился полный корабль той самой травы, той самой, от которой даже самые башковитые оставались без головы, той самой, от которой даже самые болтливые становились тише воды, той самой, от которой даже самые прожженные усывались от ерунды. Помню я этот корабль цепанул на ВДХе у неманов, чтобы после стрелы попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко, лето прошло в больничке, корабль с чуйкой забылся, как и другие нычки.